Вот это кентукская винтовка. Чернопороховая с кремниевым замком. Винчестер Меркьюри, 12-й калибр. Два ствола укороченный. Сделает вас дырку размером с баскетбольное кольцо. М1 Гарант. Армейская. Со Второй мировой. Вот это клевое. Немецкая штатная. Карабин М1. Штатный. Армия США, Вторая мировая. Многие думают, что это Люгер, а вот и нет. Это Вальтер П-38. У тебя же отец воевал, да? Да, танкистом. Да, но... За кого он воевал? Слушай, Ричард, значит, все эти травы из твоего собственного огорода? Да, я их осенью собрал и засушил. Очень вкусно. Ты ходил и отливал на них, верно? Шучу. Нет ничего гаже нигеров и жидов, за исключением полиции, которая их защищает. Что? В чем дело? А, это... Это моя самая любимая. Но Ричард допускает исключение. Бывают же и нормальные нигеры, правда? Бывают. Ты же любишь Дэйн Кэрол. Не строй из себя целку, ты все время говоришь о ней. Но все остальные... Здесь Аслонин с ним согласится, должны валить назад в Африку. Те, кто на пособии. Точно, те, кто не работает. Они же ни хрена не делают, они не вносят вклад в общество. Я могу остаться. Ну, пока мы не провернем это дело. Нам надо идти. Что, даже чаю не попьешь? Последить за ней сегодня? Нет. Не-не-не, нет. Не надо. Сегодня не надо, мы тебе сообщим.